утра. Извините за мой несколько растрепанный вид. Я все никак еще не постригусь. Планирую здесь найти... В принципе, уже мне подсказали, где можно найти парикмахера. Одна там знакомая может постричь. Сегодня довольно-таки хорошо. С утра ясная погода, хотя довольно-таки холодно. Я выходил на улицу, прям такой дубарь. Дело в том, что здесь, хотя днем может быть и 15 градусов, и даже 17, а сегодня 25 марта, на минуточку. Но так как это считается Прикарпатье, горы не так далеко, то с гор тянет холодным ветром. Потому что там же наверху ледники, и холодный ветер прямо сюда идет. И вот вчера и сегодня с утра, в частности, даже не только с утра, а дальше холодный ветер постоянно идет. Но в любом случае, это так даже так взбадривает. Можно так потеплее одеться. Вот, в принципе, я сейчас тут кое-какие дела планирую сделать, там, постирать. А потом вот хозяин приедет, он сейчас там уехал по делам. И после этого планирую поехать на велосипеде в город. Тем более, что сегодня, насколько я понимаю, есть возможность получить гуманитарную помощь. Что, в принципе, пока еще в моем обстоятельстве, в их обстоятельствах было бы неплохо. Ну, так, еще не нашел работу. Ну, надеюсь, что работу я вскоре найду. Ну, в общем-то, как-то так. Всем вам, дорогие друзья, кто смотрит меня, кто меня знает, всего вам хорошего, держитесь. Мы все выстоим, если будем поступать правильно.